Всем доброго времени суток, с вами канал Артмания, и сегодня мы готовим с вами пирог из черной смородины. Но для начала мы с вами будем готовить тесто. Вот, тесто у меня немножечко, сегодня я его чуть-чуть поменяю. Сейчас расскажу, что я изменила чуть-чуть в нем. Так, нам понадобится чашка, у меня хлебопечка, я в ней всегда замешиваю. Растворенные дрожжи 10 грамм. На 100 миллилитров воды. Их туда выливаем. Вот. И также добавляем еще 200 миллилитров воды. То есть 100 у нас уже там есть. И еще 200. Так, вот наши 200 миллилитров. Соберем наши дрожжи. Остаточки. Вот дрожжи я растапливала водой с 2 чайными ложками сахара. Чтобы они поднялись, отдохнули. Так, все выливаем в чашу. А вы можете замешивать вручную. А я буду так. Так, также сметана 200 грамм. За место маргарина. Если у вас нет сметаны, можете добавить 200 грамм или пол пачки маргарина. Где-то, ну, как вам по вкусу удобно. 2 столовые ложки подсолнечного масла. 1 чайная ложка соли. И 2 столовые ложки сахара. И 500 грамм муки. Все добавляем. Сахар 2 столовые ложки. Соль 1 чайная ложка. Подсолнечное масло 2 столовые ложки. У меня, кстати, не рафинированное. Оно мне больше нравится. Оно, у него какой-то запах. Такой ароматный, вкусный. Так, можно чуть-чуть помешать там. Потому что там сметанка у нас. Чтобы она в один бугор тут у нас не сложилась. Так, и 500 грамм муки мы просеиваем. Разравниваем и ставим где-то на 1,5 часа, 15 минут она перемешивает, и потом она ее греет, теплом греет таким, и тесто поднимется за это время. Пока подходит наше тесто, мы с вами подготовим начинку. Здесь у меня смородина, туда я добавила 5 столовых ложек сахара. И все это мы сейчас с вами перемешиваем. Она еще должна дать сок, который мы должны собрать, чтобы он у нас потом не вытек. Я уже почти вот домешиваю. Уже чувствуется много жидкости там. Весь уже сахар промешался.
сейчас мы с вами будем ее перекладывать в ситечко. Такое у меня ситечко. Я его положу в тарелочку, потому что сейчас все это потекет. Так вот. И сюда мы все это вываливаем. Уже видите, чуть-чуть получилось. И здесь пытаемся ее тоже отжать. Ну вот, смотрите, уже жидкости стало довольно мало. Мы ее так вот разровняем и оставим, она дальше будет там сама потихонечку докапывать. Вот, а тем временем мы с вами займемся нашим тестом, которое уже подошло. Так, такое наше тесто получилось. Оно уже видно, что оно уже растекается. И сейчас давайте его попробуем раскатать. Такой он, смотрите, прям мягенький. Тепленький. Так, ну вот я раскатала. Давайте попробуем ее сейчас его положить туда. Так вот. Давай туда. Опа. Так вот. Туда укладывается. Немножко, да, не так, как я хотела. Ну, ладно. Там потом мы вот этот кусочек, в принципе, натянем. Наверное. Вот. Видно вам. Хорошо. И теперь мы будем накладывать нашу начинку. Ой, что-то там мимо ранило. Разравниваем по бокам, чтобы он был ровненький у нас.
так, чтобы он был у нас не совсем толстый. Так, и теперь мы будем натягивать вот так. Так вот, приминаем ее, чтобы она была вот у нас по рисунку. А сверху можно какие-то рисуночки сделать, можно даже, в принципе, было, допустим, положить тесто, начинку, это все срезать, и вот полосочками вот сверху бывает делают, там что-то плетут. Можно даже такой вариант, если у вас времени много. Чуть-чуть ее прижмем. Муку лишнюю стряхиваем. Она не запечется. Она здесь не нужна. Вот. Так, сейчас мы его оставляем на полчаса немножечко отдохнуть. Накроем сейчас пищевой пленкой, чтобы немножко тесто отдохнуло. И отправляем в духовку где-то минут на 30, наверное. Увидите, когда у вас тут немножечко будет поджариться, значит готово. В принципе, начинка там готовая уже. У нас самое главное, чтобы тесто припеклось. Вот, оставшееся тесто останется. Не знаю, может быть, я соображу еще что-нибудь. Ну вот он наш пирог. Такой, смотрите, получился красивый. Давайте сейчас его поближе покажу. Вот, смотрите, такой светленький, красивенький, поджаристый немножко. И давайте его попробуем. Мука, кстати, вот она ее вот. Можно сразу стряхнуть, если у кого-то есть специальная кисточка. Можно, потому что она не запекается. Угу. Режется довольно легко. Здесь, кстати, вот видите, можно вот кусочками целыми. Очень мягко режется, очень бесподобно. Ой, все повалилось все. Вот столько много начинки у нас получилось. И, в принципе, вот он хлеб. Весь хлеб и, соответственно, немного внизу. Много-много-много начинки. Это меня очень-очень радует. Я люблю, когда начинки очень много. Посмотрите, какой красивый кусочек. Ну, конечно, вывалилось. Как бы не очень приятно. Но все равно. И все равно, смотрите, начинка осталась сочная. Хоть мы ее с вами и перемешивали, и пытались выжать ее, да? Но все равно, и она осталась целыми крупными ягодами, что тоже очень радует. Можно, конечно, начинку перекрутить на блендере, вот, но получится уже немножечко другое. Мне хотелось именно так. Начинка вся вылезла, естественно, но все равно это очень вкусно смотрится. Даже то, что она выпала, это бесподобно смотрится. Слюнки уже текут. Так, ну и, конечно же, я попробую. Одинаково здесь и хлеба, и начинки. Конечно, оно вывалилось там. Но все же оно очень мягкий. Посмотрим, конечно, я напишу в комментариях, каким будет пирог на следующий день.
Может быть, он немножечко затвердеет, но я думаю, если его в микроволновке разогреть, он будет мягким. Не должен он прям так сильно особо затвердеть. Конечно, бывает по-разному, но здесь хлеб, он очень такой мягкий, прям нежный такой. Я много раз уже делала пироги, но каждый раз получается с одним и тем же тестом, ингредиентами одними и теми же. Получается по-разному. Но этот очень вкусный. Здесь вот как раз за место маргарина у нас сметана была. Также рецепт пирога я оставлю в описании. Ссылочка будет. И на мою группу ВКонтакте. Там тоже он будет. Там и другие рецепты мои. Вот, всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пишите комментарии обязательно. Мне будет приятно их почитать. Вот, также смотрите мои другие ролики. Мои кулинарные рецепты. Влоги, как мы с сыночком живем. Как мы с ним гуляем, моему сыночку год и 9. Вот, и также еще там обзоры всякие на продукты. Продукты из фикс-прайса. И много-много другое. И всем пока-пока.